Теперь, когда артефакт захвачен, вам нужно закрепиться на станции дальняя и дождаться. Скоро за нами прилетят мои ребята. До тех пор нужно будет сидеть тихо и не высовываться. Это всегда пожалуйста. Думаю, мы заслужили пару часов отдыха. Командир, сканеры показывают скопление биосигналов зергов у места раскопок. Как же я не догадался. Тайкус, чтоб ты сдох! Я знать не знал ни о каких зергах. Клянусь! Если зерги будут следовать по выбранному курсу, то через один час они захватят базу. Дьявол. Нужно продержаться до прибытия наших. Если мы распределим морпехов по бункерам и удержим эти два моста, то у нас будет шанс. Драка будет нешуточная. Да ладно. Я был в куче таких заварушек. Только там зергами и не пахло. Пристройка завершена. Пристройка завершена. А вот и они! Целься! ТСМ готов! ТСМ готов!
Сэм готов! Всем, кто слышит это сообщение, мы окружены! Находимся у станции Дальняя! Нужна помощь! Давай, удиви меня! Приказы будут? Доктора вызывали? Доктора вызывали? Опишите характер недомогания. Вооружен и опасен. Окей. ЭСМ готов. Я уже думал, нам конец. ЭСМ готов. Ага. Приказы будут? Так точно! Вооружен и опасен! ЭСМ готов! Превосходно! Понятно! Что происходит? Как же мы рады вас видеть! Выведите нас отсюда! Ага. ЭСМ готов. Вооружен и опасен. Пристройка завершена. Я уже заждался. Вас понял. ЭСМ готов.
Так точно! Что стрясло? ТСМ готов! Ну да, конечно. ТСМ готов! А? Ура! ТСМ готов! Есть работенка! Ага. База атакована. Оставим их без коллекта. КСМ, на ремонт бункеров. Держитесь! Помощь на подходе! Выкладывай! Что стряслось? Точнее. Кто на новенького? ТСМ готов! Бегом, марш! Пути! ТСМ готов! И опасен. Я уже заждался. Давно бы так. Кому навешать? Что происходит? Срочно нужна помощь! Мы окружены! Кто-нибудь нас слышит? Есть работенка! Вооружен и опасен! Брось с дороги! Конечно!
с интеллектом. Я уже заждался. Нужно продержаться еще немного. Скоро нас заберут. Выработано. Кому навешать? Вооружен и опасен. Приказы будут? Игра приостановлена. Игра возобновлена. Я уже заждался. Прочь с дороги! Давай, удиви меня! Доктора вызывали? Есть
Заводенка. Я уже заждался. Командир, это Мэтт Хорнер. Держитесь, корабль на подходе. Да ты не торопись, Мэтт. У нас полно времени. Леспеновый гильдер и сок. Месторождение минералов выработано. Карета подана. Есть кто живой? Рад тебя видеть, Мэтт. У нас тут весело. Хорошо, что мы успели, сэр. А теперь давайте-ка вытащим вас отсюда. Джимми, ты многого мне не рассказывал. Ты чуть не опоздал, Мэтт. Я вас ни разу не подводил, сэр. Это точно. А теперь сваливаем отсюда. Всем батареи! Открыть фронтальный огонь! Запустить двигатели 2 и 6. Гиперпрыжок по моей команде. Прыжок! Какого черта зерги вернулись? Зачем им нападать на Марсару именно сейчас? Не только на Марсару. Посмотрите. Полномасштабное наступление. Многие пограничные миры подвергаются разрушению. Огромные потери. Миллиарды погибших. Только что зерги напали на центр военных разработок. Пресвятая мать-заступница. Эксклюзивная запись подтверждает, что Рой действительно возглавляет королева клинков. Мы знали, что она вернется. Но что ей нужно?
Она пришла завершить начатое. Кто знает, с чем нам придется столкнуться в этот раз? Сэр, нам нужно подготовиться к бою, проверить снаряжение и оружие. Да, пойду поговорю со Своном в арсенале. Думаю, он уже разработал парочку новинок. Мне неприятно спрашивать, сэр, но по какой причине этот осужденный до сих пор на моем мостике? Полегче, Мэтт. Тайкус мой давний приятель. Он вытащил меня из одной заварушки несколько лет назад. Я перед ним в долгу. Но у вашего приятеля список судимостей длиннее, чем... Не длиннее моего. Поверь мне, если бы Тайкус Финли хотел меня убить, я уже давно был бы мертв. Что ж, вам виднее, сэр. Шикарный у тебя кораблик, Джимми. Где ты раздобыл этот летающий дворец? Раньше Гиперион был флагманским кораблем Менгска. Мы с Мэттом позаимствовали его, когда наши пути с Арктуром разошлись. Эта старушка вытащила нас из многих неприятностей. Кстати, о неприятностях, Тайкус. Почему ты расхаживаешь по моему мостику в скафандре? И правда. У тебя что, молнию заело? Ладно. Раскусил. Мне немного помогли с побегом из тюрьмы. Скажем так, за мной теперь должок. И я не выберусь из костюмчика, пока не расплачусь. И кому это ты задолжал? Кто тебя выпустил? Мёбиусы, естественно. Я же с ними не в музее познакомился. Им позарез нужны эти артефакты. Лучше не впутывай нас в свои дела, Тайкус. Об оплате твоих долгов мы не договаривались. Сэр, когда у нас откроется лаборатория? Было бы здорово начать исследование. Все действительно так плохо, Мэтт. Сообщения о нападениях зергов приходят со всего сектора. Менгск направил основные силы флота на защиту центральных планет Доминиона, бросив пограничные миры на произвол судьбы. Это настоящий ад. Мы не сможем остановить нашествие с одним кораблем и горсткой добровольцев. Значит, пока не будем геройствовать. Поднимем деньжат на Мёбиусах, а там все немного утрясется. Тогда и разберемся. Ты, кажется, не понимаешь. Ничего не утрясется.
Зерги не остановятся, пока не перебьют нас всех. Не кипятись, Мэтт. Никто не собирается отсиживаться. Просто сейчас наши бойцы не в лучшей форме. Нужно подзаработать денег, собрать людей, вооружиться. Тогда мы еще сможем что-нибудь сделать. Эй, народ! Наш славный предводитель вернулся! Как поживаешь, ковбой? Что нового, Свон? Ничего особенного. Все укрепляю войска, неизвестно для чего. Дорабатываешь броню и оружие? Ага. Улучшения все занесены в консоль. Но на них потребуются деньги, и немалые. Надеюсь, ты вернулся не с пустыми руками? Слушай, я знаю, что с деньгами в последнее время было туго. Но этот артефакт с Марсары окупит все наши расходы. Где-то я это уже слышал, брат. Но теперь другое дело. И это я тоже слышал. Улучшение того, что у нас уже есть, это хорошо. Но когда у нас появятся новые разработки? В арсенале шаром покати. Когда через наши мастерские проходит что-нибудь новенькое, я сохраняю чертежи, чтобы при необходимости наладить производство. Если тебе нужно построить что-нибудь особенное, обеспечь меня чертежами. Доложи обстановку, Мэтт. Мы получили сигнал бедствия с планеты Агрия. Зерги атаковали сельскохозяйственную колонию. А ваш предприимчивый товарищ Тайкус предлагает захватить артефакт, находящийся на Монлите, священной планете протосов. Что очередной артефакт должен быть на планете под названием Монлит.
Скорее всего, его охраняют протосы-фанатики. Они называют себя Талдарим. И не думай, что эти Талдаримы такие же добренькие, как твои приятели типа Зератула. Потому что это далеко не так. Всем, кто слышит это сообщение, зерги напали на Агрин. У нас небольшая сельскохозяйственная колония. Доминионцы сбежали. Нужно эвакуировать людей, пока зерги не добрались до поселения. Если вы слышите это сообщение, помогите. Вот он, Джимми. Все как Мёбиусы сказали. Легкая нажива. Даже не знаю. Там довольно много протосов. Нам придется... А это что за... Внимание. Обнаружены многочисленные биосигналы зергов. А, черт. Они что, все время сидели под землей? Черт их знает. Но руку даю на отсечение, что бегут они к нашему святилищу. Это все осложняет. Мы не сможем воевать на два фронта, приятель. Если повезет, то и не придется. Все, что нам нужно, это оцепить святилище и удерживать его достаточно долго, чтобы извлечь артефакт. Поэтому мы высадимся здесь и пробьемся через заслоны протосов, пока их основные силы заняты зергами. Протосы обречены. Их гибель — вопрос времени. Поэтому наша задача — захватить артефакт и побыстрее исчезнуть. Недостаточно минералов. А! Чего пугаешь? Зергов значительно больше, чем протосов. По предварительным оценкам, протосы долго не продержатся. Итак, план у нас следующий. Добраться до артефакта, пока зерги не смяли протосов и не захватили святилище. СМ готов! Тревога. К базе приближаются сталкеры протосов. Входящее сообщение. СМ готов! У меня для тебя сюрприз, ковбой. Мародеры. Все как один специалисты в теории и практике большого взрыва. Не уверен, что сейчас подходящее время для экспериментов, Свон. Самое что ни на есть подходящее. Просто натрави мародеров на сталкеров и посмотри, что будет. Давай, удиви меня. Выполняю. Приказ получен. СМ готов. СМ готов. А? Что происходит? Есть работенка.
Есть! СМ готов! СМ готов! Еду. Пошло-поехало. КСМ готов. Пути. Тревога. К базе приближается стая зергов. СМ готов. Почему бы и нет? Вас понял. Окей. СМ готов. Хватит прохлаждаться. Меня на всех хватит. Я уже заждался. Кого подлатать? Еду. Кому навешать? Давай, удиви меня! КСМ готов! Доктора вызывали? Да. СМ готов. СМ готов. Кому навешать? СМ готов. Есть, сэр. СМ готов. Давай, удиви меня!
Есть работа. Сейчас рванет. Так скажешь. СМ готов. Что происходит? СМ готов. СМ готов. СМ готов. Есть работенка. Угу. СМ готов. Сейчас рванет. СМ готов. Время действовать. Сейчас рванет! Все по-взрослому. Будет сделано. Ложись! Я уже заждался.
навешать! СМ готов! Кого подлатать? Что происходит? Прочь с дороги! Угу. Есть работенка. Выкладывай. Бегу, марш! Доктора вызывали? За твой счет. Доктора вызывали? Ага. Доктора вызывали? Улучшение завершено. Выполняю. Понятно. Сделано.
Слышим. Ты с ума сошел? В открытом бою зерги нас сожрут. И ты это знаешь. Предоставь тактику мне, Тайкус. Пристройка завершена. Месторождение минералов выработано. Есть работенка. Будет сделано. Месторождение минералов выработано. Бегом, марш! Время действовать! Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Сейчас рванет! Месторождение минералов выработано. Кого подлатать? Ага. Время действовать. Прочь с дороги! Все по-взрослому. Бегом, марш! Давай, удиви меня!
Виспеновый гейзер иссяк. А? Кому навешать? Пристройка завершена. Месторождение минералов выработано. Прочь с дороги! Месторождение минералов выработано. Время действовать! Что происходит? Как скажешь. Вижу все по-взрослому. Сейчас рванет. Есть работенка. Месторождение минералов выработано. Будет сделано. Ложись. Вижу все по-взрослому. Что происходит? Пошло-поехало. Время действовать. А! Чего пугаешь? Кого подлатать? Ложи! Сейчас рванет! Игра приостановлена.